впечатления отличные. Рад вернуться. Здесь провел много сезонов детской школы. Очень рад вернуться на родную арену. При родных болельщиках сыграть очень хорошие впечатления. Пришло много людей. Доверили нам выйти молодым звеном. И, в принципе, сыграли довольно хорошо. Забили гол. Молодость, азарт. Бежали вперед. Был интерес забить. Хотели себя показать. Поэтому, наверное, так и получилось. Ну, это был выходной, сейчас ребята прокатились опять, так прогнали, да, сердечно-сосудистую систему. И мы должны становиться лучше, да, мы, в принципе, так оно у нас и было. От игры к игре мы были, на наш взгляд, лучше, да. Конечно, еще не хватает там большинства, и еще некоторые моменты надо улучшить. Но, в принципе, работаем в правильном направлении. Подкаты, защитники, подкаты. Да, не откатываемся, а мы стараемся встречать как можно ближе. Поехали. Фундамент мы заложили, да, есть немножко физики тоже, но она и в зал присутствует, но больше до тактики. Готовимся все по плану, с тренерами на земле по физподготовке. На льду тренера подсказывают, говорят, что выполнять. Для молодых это достаточно хороший шанс на предсезонке показать себя и выгрызать себе место. Если дадут шанс, мы будем, конечно, пользоваться, будем показывать себя. У тебя группа поддержки. Да, это мои подопечные.